Приготовили мы печень на углях. Эта печень суховата. Я не понимаю, как сказать. Ну, как... Подобуглилась. То есть, я не знаю, что говорить. Поэтому, ну, нам не очень понравился этот шашлычок. Кто любит сухарики, это блюдо очень понравится. Нам не понравилось. Всем привет, друзья! Вы на канале 7 блюд. Сегодня мы снова на улице и снова готовим. Сегодня мы решили приготовить шашлык из печени. Мы уже делали шашлык из печени, с говяжьей. Это была начинка для блинчиков. Сама печень нам понравилась. Сегодня мы решили приготовить шашлык из свиной печени. Поехали! Для приготовления нам понадобится у нас 1,5 кг свиной печени, 2 луковицы, 200 грамм кефира, черный молотый перец, красный острый перец и соль. Для начала нарежем лук колечками. Нарежем печень на кусочки. А теперь замаринуем печень. Для этого добавляем лук. Подсолим. Добавим черного перца. И добавим красного острого. Заливаем это все кефиром. И все хорошенько перемешаем. Печень мы замариновали. Идем разжигать мангал. Угли прогорели. Нанизываем печень на шампуру. Обжариваем печень на углях минут 15. Периодически переворачиваем. Приготовили мы шашлык из свиной печени. На нашем канале уже есть видео, где мы делали шашлык только из говяжьей печени. Это была начинка для блинов. Тот шашлычок нам понравился. Печень была вкусная, сочная. Попробуем эту. Печень приготовилась, готовили мы ее минут 20. Эта печень очень сильно отличается от говяжьей. Говяжья печень готовится быстрее, сочнее, она вкусная. Эту мы готовили, она даже сверху начала уже подсыхать, а внутри она была еще сырой. Пришлось держать больше времени на углях. Кто любит сухарики, это блюдо очень понравится. Нам не понравилось. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч, пока!